Не суши, дорогой, и не ахай. Жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого. Чтоб тебя не посылали. Классика, вашу мать. Сережка еще не от души сложил, помнится. Ну, похваль, конечно. А еще, собственно, к чему сие искусство у нас тут? Есть какой-то сокровенный повод? Быдло ты! Просвещать тебя надо! А так и помрешь к искусству, не причастившись! А вот еще Пушкин писал: с утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать! И презирая лень и негу, кричим: пошел, ебёна мать! Я смотрю, у тебя весьма специфический выбор произведений. Ну, у тебя специфический выбор пива! Мало того, что опять за ироничное припёр, так еще и темное, крепкое и не в сезон! Так что мы тут не тыкай, какие по какую поэзию мне читать! Ну и на улице жара давит, на чё это достало-то непотребство? Хай бы на осени лежало, ждало своего часа! Мы с тобой прекрасно знаем, что оно не долежало бы и до следующей недели, не то что до осени, ибо пиво у нас так долго не задерживается. Итак, 8.6 Black, крепкий стаут. Темный цвет и характер изготовлен из жареного солода, что придает ему полный и интенсивный вкус. Пиво имеет легкую сливочную текстуру и приятное сладкое послевкусие. Это самый темный член стаи 8.6, черный и крепкий, с исключительно терпким, крепким телом. Этот лагерь сделан из обожженного ячменя, похожего на обжаренные кофейные зерна, для полного и интенсивного вкуса. Имеет легкую кремовую текстуру и приятное сладкое послевкусие. Варится на натуральной минеральной воде из собственного источника и лучшего ячменного солода и хмеля. Чтобы приручить этого впечатляющего черного волка, нужен характер Кузьмич. О, я вижу, как ребята с характером регулярно приручают Балтику 9 и охоту крепкая. Тут даже не поспоришь, характеру им, блядь, не занимать. Итак, пиво темное, фильтрованное, пастеризованное 8.6 Black. Цена 99 деревянных в окее, объем 0,5 литра. В составе питьевая вода, ячменный солод, хмель. А вот на официальном сайте состав отличается от нашей наклейки. И там есть натуральная минеральная вода, ячменный солод, мальтоза, карамель, ароматизатор и хмель. Стиль пива Dark Lager, а вот на банке прописан Stout, а тип упаковки жестянка. Алкоголь 7,9%, плотность 16%, горечь 25 ИБУ, цветность 150 ЕБЦ, розлив от 04.10.22, годен до 04.04.24. Изготовитель Бавария Бревери, Нидерланды. Не, ну цена мне нравится, учитывая, что сие заграничное пойло, вроде ничего так должно быть. Цвет темно-коричневый, почти черный. Пена пышная, среднепузырчатая, коричневатая, с редкими крупными пузырями, среднестойкая. Аромат обжаренное зерно, жженый солод, чуть кофе. Тело легкое, карбонизация умеренная. Вкус жженый, жареный солод, очень насыщенный вот зерновой вкус. Алкоголь скрыт полностью. В послевкусии жженка, шоколад. Нагревшись, проявилась сладость кофе с сахаром, именно черного кофе. Оценка 4,5. Кузьмич, отличное пиво. Вот простое, как 5 копеек. Без каких-либо изысков, но вкусное. За 99 рублей он более чем хорошо. Опять же, нахлобучивает, будь здоров. Пока что вот весьма недурственная линейка. Если остальные экземпляры на том же уровне, то это будет весьма приятно. А вот этого товарища я бы даже взял в запас, дабы было. Кузьмич, а ты чё забегал-то? Чё засуетился? Кузьмич! Что забегал? Тащи чемодан, валим в Голландию! Готов страдать на чужбине, коль там такую годноту варят! От же ж ты проститутка, а как же родина? Родина нас отстреливает! Ты вообще в курсе, что есть лицензия на отстрел медведей, Ира, ты пархатый? Живешься, никого не трогаешь, а выдадут тебе люцуху, и все! Изволь копыта откинуть за родину! Не, я такое на своем медведском летел, ну нахер! Эх, Кузьмич, не тужи-ка ты и не ахай, жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого нахуй, чтоб тебя не посылали в пизду. Грязный плагиат, но ты старался, хер с тобой. Друзья, вышекупки, всем мое почтение!